О, мир второй. Купольные высоты. Что-то я не помню, что это за уровень. Все, вспомнил, что это за уровень. Да. Еще один веселый. Фиг не пройдешь просто так. Так, смотрите, короче, вот я так. Блин, не туда! Капец. Тут нужна реакция, у меня реакция не. Да блин, кнопка неудобна. Если бы она была на Z, например, она у меня на твердом знаке стоит. И поменять нельзя. Но смотрите, я буду вот так. О, все, нашел. О, отлично. О, веселье начинается. А где молния? Черт. О, лол. Давай! Отлично, успели, блин. Хорошо, нас хотя бы и сохранял-то. А там вы видели, там что-то было? Вот я и видел. Теперь нужно как-то вернуться. Это вроде несложно. Сюда. Сюда. Отлично. Вернулись. Оу! Шит! Спасибо. Пожалуйста, быстрее, быстрее! Спасибо. А то теперь эти штуки непонятные. Их нельзя вроде завалить никак, вообще никак. Они бессмертные вообще, по-моему. Смотрите, вообще им пофигу, даже хоть молнию. Вообще пофигу. Это 4, и они ездят все по кругу. А, или нет, а фиг вот это. Ну, не везде они, короче, катаются. Блин, еще один остался. Надо его как-то выследить. Все, отлично. Все-таки случится, я возьму магию, точнее молнию. Так, а теперь. Позже. Надо сначала молнию взять. А то я без молнии не пойду. Там тем более сундук нужно какой-то было снести. Без молнии я не пойду. Это рискованно. О, ХП. Отлично. Вот, восстанавливаем. Не быстрый. Так, там, кажется, надо будет биться с монстром. Точно не помню. А, нет, это не, в этот раз не монстр. В этот раз ГГ. Хотя нет. Все, на выход, кажется. Ну, больше ничего нет вроде. Аккуратненько. Так, все. Найс. Значит, у нас есть супер. Опять эти непонятные. Давай. Ну да пали. Ага. Так. Кто там ухахукает? Так, значит, смотрите, я буду вот так находиться. Какая кнопка выводить? Ага, отлично. Не, отлично, нифига! Там дырка образовалась, я не был готов к тому, что там будет дырка. Какого лешего? Так, ладно, теперь надо как-то подумать. На всякий случай. Но это без шансов, я боюсь. Было бы здесь пройти. Я не знаю, во-первых, последовательности. То есть я откуда знаю, куда мне прыгать в следующий раз.
А как ты вообще попал? Ага. А, не, не понял. А оттуда как попал? Оттуда ж нет прыжка. А, подождите, с другой стороны. Нафига тут вообще прыгать? Там же статично. Смотрите. Раз. Дальше туда. Я очень надеюсь, что следующее, после того, как я буду туда... Так, смотрите, я буду вот в таком положении. Кнопка... Ага, отлично. Твою дивизию. Ля, как же непривычно. Вообще, я этим никогда не занимался, но решил здесь полностью этим заняться. Так, я в таком положении. Ага. Ага, понял. Так, ладно. Так. Так. Так, отлично, найс. Так. Так, так. Все, бинго. Так. Что тут плавает? Так, хп и... А, вон и чудило. Иди отседова. Куда нельзя? Атмосферненько. Согласитесь, все-таки. Так, мы вышли. Здесь, по-моему, то же самое, здесь просто вход другой. Так, аккуратненько. А что здесь? О, яйцо. Так, чекпоинт. Давайте сбегаем за магией на всякий случай. С этими не сложно. Они меня еще вроде ни разу не придавили. Да и не придают с первого раза. А вот... Где отсюда макака? Так, отбежа подальше. От зло, от зла. Оп! Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! А, вот это уже немножко повезло даже. Так, аккуратненько. Тихо, давай! Нет, не туда! Что-то у меня еще кнопки зависают. Что я не могу понять. Вперед зависают. Но у меня вдавлено, блин. Буду скоро покупать новый комп. Так, сюда, 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 молодец. А здесь? Я не знаю, что здесь. Надо изучить сначала все. А нафиг я что полез вообще? Так, я понял. Значит, короче, просто вперед идем, вообще без разницы. Отлично. Давай ты уже. Отлично. Что у нас здесь? Где дрочки вылетают? А, я понял. Отлично. Такое, неплохо. Так, яйцо. И что тут у нас? Ага. Что-то сложное это. Ну, выглядит как что-то сложное. Так. Так, осталось еще собрать два и один завалить. Как бы его с ним... А, сейчас. О, вот так сделаем. А, отлично. Так. Угу. Ух ты, господи, как оно все кружится-то. Все, один остался. Всего лишь один. Теперь сюда. Сюда, сюда. Все. Найс. Здесь опять эти макаки дурацкие. Аккуратнее надо быть, Сережа, вот раз. Чёрт. О, там же... Так, давайте мы, знаете, что все таки перестрахуемся. Тихо подальше. Снесем всех макак.
Да, я понимаю, здесь тяжеловато будет, конечно, врубить. Так, аккуратненько сюда, потом сюда, теперь обратно. Да, немножко долго все это, но в целом так безопаснее, согласитесь. Это все-таки. Так, аккуратно. Так, еще одна макака есть здесь бегающая? Нет, она просто по второму этажу носится, как горевшая. Ой, здрасте! До свидания. Так, еще один. Да. Перестрахуюсь. На всякий случай. Кто там этих еще? Там же они двойные уже. Головы, типа. Их придется разваливать, их еще больше станет. Если еще макак сверху накинуть, то вообще уже непроходимые джунгли какие-то. Так. Как что снести-то, родной? А, я знаю как. Уж. Так, что у нас там видно? Так, потайной лаз открылся. У нас еще, короче, остался один. Черт, как же... Ладно, не так уже много их. Можем... Дальше можем... Не ходить. Так. Не-не-не-не-не, меня вот этот напрягает. Да ладно, сейчас аккуратненько, хоп. Так, а теперь надо двойные посносить. Да, да. Так, аккуратненько. За мной уже выехали. На третьем никто не бегает, к счастью. Отлично. Все, прекрасно. На второй, на третьем. Так, а теперь надо как-то вернуться очень аккуратно назад. О! Все, найс. Так. Так, собираем молнию, потому что мы пойдем в секретное сейчас место, да, секретное? И там может, но молния понадобится. Так, хоба. Так, надо быть очень аккуратным здесь, чтобы они раздавили. Так, все, отлично. А теперь яйцо ходить будет, да? Нет? Да, оно уже ходить научилось. А потом там уже из яйца вылупится кто-то. Пока только ходит. Так, чего тут хочешь? Бродящего цыпленка надо оглушить, прежде чем вы им завладеете. Отлично. Да куда ж ты? Да что происходит? Ты чего? Тихо, 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 спокойней. ХП меньше 20, это плохой знак. Вообще-то знак того, что мы бродим много в опасных местах. Типа, если бы мы этого. Если бы мы этим не занимались, а просто собирали бы яйца, было бы все нормально. Но. Чего уж не поделаешь. А я, кстати, не знаю, я никогда такого не было, чтобы у меня было 0 хп. Что будет дальше, я не знаю. Возможно. С первой катки начинать. Так, налево. На. А, не то кто нажал. Что у нас здесь? Только не говори мне, что. А вот сейчас не. А мы хотите где-то обложить. Это, наверное, на будущее имеется в виду. Ну, потому что я, например. Сколько у нас яиц? Отлично. Да, вон. А, вот так можно. Смотрите, да. Так, сейчас очень главное не налажать, важно. Так, смотрите, значит, как мы делаем? И будем в таком положении. Ага. Не знаю где, честно скажу вам. Не видел, если честно. Нет, не здесь. Нет, не здесь. Черт, а где? Я буду в таком положении находиться. Значит, это как, ага. А, вот куда. Подожди, зачем крутится? Блин, что я такой? А. Угу. Черт, как же тебя забрать-то? Вот так вот. Отлично. Фух, что-то я запутался. Так. Все, отлично. Повезло, повезло.
Так, нам отсюда не попасть никак. Во, куда нам нужно? Так, аккуратненько, назад. Да ж... Чтоб тебя побери, ты. Запутался я совсем уже. Этими кнопками. Вот, сюда. Во! А хп можно? Не? Спасибо. Хоть хп отдали хоть одно. То я, блин, столько потерял, пока что добирался. Вы чё? Я не вижу. Что там было? Отлично. Да! А вот сейчас не понял. Да, хп скоро. Да, мистер... Офигеть. Тупей ему. Чувствуется обман. Чувствуется развод. Что за фигня? Это нечестно. Чё, ни одного хп не дадите мне? Серьезно? Да камон. О, хоть одну дали. Хоть... Спасибо. Так, аккуратно. Очень много невынужденных ошибок я допускаю. Типа вот здесь, там, здесь. Аккуратно. Аккуратно. Нет доверия. Найс. Чё это? Даже так. Так. Ага. Все, найс. 93, где-то мы прозевали, кстати говоря. Судя по всему. Смотрите, у нас всего их... Так, вот этого я не понял, если честно говоря. А где мы прозевали еще две-то? Давайте попробуем вернуться обратно. Вот так, значит, вот отсюда. А где я еще две-то прозевал? Кляксы ваши. Так, аккуратно. Мы будем предельно внимательно возвращаться назад, потому что мне не нравится, что мы... Но тут ничего нет больше. Вверх подальше возьму молнию. Серьезно? Больше нет ничего. Мы собрали все. В смысле не все? Где мы не собрали, интересно? Что обидно так-то. Я думал, я все собрал. А где я облажался? Смотрите, этих мы всех снесли, да? Так. Ладненько. Не факт, что мы вернемся прям максимально назад. Смотрите, мы все собрали? Тут да. Где ж мы не собрали-то, Карл? Что-то, мне говоря, не очень хочется возвращаться назад. Так, вернулись. Что у нас здесь аккуратно? Главное не помереть раньше времени, потому что если помрем... Здесь все собрано, нет здесь ничего уже. Чё за обман? Где я пропустил-то, интересно? Нифига не понял. Это же самое начало. В смысле? Если мы помрем, просто нас кинет на самое начало. Я не хочу возвращаться. Тут нет нифига. В смысле зачем-то? Так, ладно. Может, здесь прозевали? А, вон одна, кстати. Потеряшка ты наша, господи. Так. Ага, понял. 99. А где? Тогда где еще одна? Где-то еще одна есть, блин. Тут еще одна потеряшка. Капец, нахалдец. А где она? Дивизию твою ж! Да, меня обратно зареспил, но я хочу знать, где я прозевал еще одну. Эту кляксу дурацкую. Ты не знаешь случайно, нет? Кто-нибудь знает, где я прозевать-то мог? Не мог я прозевать, это же бред. Что фигня? Мне что-то подсказывает, что где-то я... Фу, обидно.
Да. Тут у нас есть шлем. Хоть от чего-то он спасает. Отлично. Так, тут у нас вроде тоже пусто. Там мы уже были. Тут банально ничего не было никогда. Там мы уже были, теперь нужно как-то сюда вернуться. Так, отлично. Так. Пикола знает, что там где есть. Аккуратно. Это самое начало, Карл. Самое, что на... Где? Офигеть, а где мы одну-то могли пропустить? Я вернулся к самому началу. Вообще самое, уже некуда, начальник. Где? Одна? Единственная? Хреновина это. Где ее прозевать-то мог? Вообще не знаю. Там как будто какой-то замок. Вот туда, да? Но нет. Не, фиг знает, зачем я подперся вообще. Подожди, а что у нас? Вон она, козлина! Нашел! Аккуратненько. Как к ней попасть? Так, смотрите, это... мы будем вот так стоять... Не, мы будем вот так стоять. Отлично. Не отсюда надо прыгать. Капец. Но это мы хотя бы нашли ее уже. Уже легче живется. Теперь обратно надо через все эти ловушки, через всех этих врагов обратно доскакать. Капец, как же можно быть таким невнимательным? В самом начале запороли эпизод. Аккуратно. Внимание, аккуратно. Раз. Два, три, быстрее, 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 отлично. Так, раз, 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 раз. Подожди, она была здесь или она была раньше? Я что-то прозевал эпизод. Не помню, блин, не помню. Не, она была раньше. Это не те ловушки. Какая же длинная миссия. Она длинная, потому что мы вначале облажались. Как капец на холодец какой-то. Забрали такие случаи. Пожалуйста, пожалуйста, быстрее. Спасибо, thank you very much. Так, теперь главный вопрос. Как туда попасть? Я уже обегал всю карту, так и не понял. А, наверное, отсюда они хотят. Не дай бог, не отсюда. Я буду выглядеть вот так. Направо. Пожалуйста, допрыгни. Ты наше солнце. Попробуем все-таки вернуться без потери обратно. Можно, конечно, сразу телепортнуться. А зачем? Давайте попробуем без потерь. Черт. Все, отлично. Так, аккуратно. Этих мы легко пройдем. Эти медленные, тупые. Так, отлично. А вот здесь посложнее уже будет. Отлично, успели. Блестяще. Так. Отлично. Так. Так, и чуть-чуть осталось. Так, аккуратненько сюда. Ай, обезьяна дурацкая, чуть не снесла меня. Которую мы должны были давно уже выкинуть. Так, раз, раз. Ура! Наконец-то для тебя. Так, теперь... А, не, не совсем, не надо радоваться раньше времени, тут ГГ еще. Не вариант. Вот это вариант. Так, я не вижу, честно говоря, пойдем ли мы отсюда куда-то вообще. Отлично. Ну, наконец-то. Фух, нашли эти две несчастных. Эти два несчастных синих шарика. Я думал, никогда в жизни не найдем их. Офигеть.
Так, мухи есть. Активирован спецраунд. О, ГГ. Спецраунд. Вообще, надо ХП, надо на спецраунде, нужно сделать внимание на ХП. Они реально издеваются надо мной. Молодец, но вы пропустили некоторые монеты. Я вам ничего не дам. Ну и пошел отсюда. Умный такой нашел. Ой, не даст он нам ничего. Ой-ой-ой, напугал. Я и так шлем по дороге собрал.